Всем привет, говорит Китфан, и это видео я записываю специально для тех, кто, возможно, подозревает, что некоторые розыгрыши могут быть купленными. Но розыгрыши на ТВ Китфан другие. Все, что я обещал разыграть, я разыгрываю и показываю вам, как я это делаю, чтобы ни у кого не возникло ни одного подозрения о том, что что-то прошло нечестно. Сегодня пройдет розыгрыш ключей к игре Калибр. И чтобы не палить ваши личные данные, я замазал вот почты, ВКонтакте, номера телефона, все черным цветом, чтобы... Ой, кого-то я там вон уже чью-то страницу немножечко показал, но надеюсь, ничего страшного. В любом случае, личную информацию победителей палить мы не будем, но при этом покажем, что да как да эдак. В общем-то, напомню, чтобы участвовать в сегодняшнем розыгрыше, необходимо было подписаться на мой канал, написать комментарий и, собственно говоря, записаться вот в эту самую таблицу. Всего в этой таблице у нас записано... По ссылочке 267 ников. Ну, по-моему, да, с двойки 266. Так что давайте рандом. Ну и, в общем-то, приступим. 233. 233 строка. Давайте добавим цвета сюда более позитивного. Возможно, это наш первый победитель. Но узнаем это точно, когда пройдем сюда вот. Вот. Алексей Петров есть. Давайте посмотрим. Хотя я вижу, что комментарий, конечно, совсем по-другому. Но, ребят, ну это, конечно, плохо. А слушайте, это, наверное, другой. Вот Алексей Петров. Вот. И слушайте, и тут тоже. Есть два Алексея Петрова, но тут главная проблема. Ребята, я предупреждал, что необходимо сделать так, чтобы ваши подписки были открыты. К сожалению, я не могу точно сказать, подписан ли на меня человек или не подписан. Скажем, два месяца назад я писал комментарий. Но, блин, пипец. Регламент он. На то и регламент. Необходимо выполнять его полностью, так что... Нет, увы. Ищем дальше. 106. Напомню, что разыгрываю сейчас 5 ключей, вот таким способом. А буквально через пару дней я еще сделаю похожего вида розыгрыш, но только среди донатеров. Я там будет несколько иначе выглядеть розыгрыша, но думаю, что еще 3 ключа тоже, в принципе, найдут своих обладателей. Итак, вот, Игорь. Все сделал правильно, подписки открыты. О, вот, подписан на один мой канал. И думаю, сейчас я еще найду и второй свой канал. Да, ура. Все, первый ключ есть. Поехали дальше. 136. Так, давайте вот так вот закроем, чтобы это не мешалось. Так, что у нас? 136. Так, 136, 136, вот, 136. Давайте сразу подкрашиваем, чтобы если потом не забыть. Да ладно, что, человек даже не написал? Ничего, дочь. Ну как же так? Как же так, ведь если бы он написал комментарий, а то тут бы он тоже был бы написан. Но, увы и ах. Так что ищем дальше. 115. Возможно, он, конечно, сделал ошибку в своем нике, но искать эту ошибку я, конечно же, не смогу. Так вот, Иван есть. Переходим на его страницу. О, и сразу есть все, смотрите, все. Отличненько, второй победитель есть. Третий победитель 108. Слушайте, что-то прямо их зачистило, примерно в одном диапазоне они прям вылетают. Я все сделал все правильно. Так. О, второй раз уже участвует в нашем розыгрыше и со второго раза побеждает, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй, не повтянул эти хидден. Пожалуйста, ребята, загуглите, как сделать подписки открытыми, если вдруг вы умудрились их специально закрыть, потому что, ну, наверное, обидно. Обидно оказаться в этой ситуации. Я бы не хотел оказаться в этой ситуации. Что-то у нас через одного победить, смотрите, идут. 143. Ну, Антон, я думаю, точно сделал все правильно. Ну, ничего себе, Антон. Антон явно наш старый подписчик. Тут уже прям очевиднее некуда. Да. Есть Антон. Поздравляю, Антон, ты третий победитель. А мы крутим дальше рулетку. 181. Во-во-во-во, кто-то из последних, кто совсем недавно записывался в эту таблицу, и это Евгений. Ну, Евгений. Блин, слушайте, Евгений такой есть. Евгений Барин. Ну, наверное, вот этот Евгений. Вот видите, у Евгения там ничего особо нет, зато подписки открыты. Потому что, насколько я помню, чтобы закрыть эти подписки, надо кое-что сделать. Но Евгений этого не сделал, и, собственно говоря, он является нашим следующим победителем. Комментарий есть, подписка есть, и в таблице он тоже появился, я, скорее всего, думаю, не волшебным образом. В итоге у нас вот 4 победителя, и последний, 5-й ключ, возможно, уйдет 191-му Илья. Ну, а, друзья, если вам не фартанул, напоминаю, что еще есть розыгрыш через донаты. Ну, еще есть, по-моему, набор раннего доступа, разраб уже тоже запустили. Так что, если интересно, наверное, это, возможно, уже будет... Не знаю. Слушайте, не фартанул Илья. Вряд ли это будет, конечно... Хотя, может быть, последний розыгрыш, а может, не последний. Посмотрим, получится ли у разработчиков еще кодиков выбросить для вас. Но если не получится, то дальше будем делать видео просто про Калибр. Ну, если они вам нравятся. Так что не забывайте жмакнуть лайк и подписаться на канал, если интересно видео по этому.
Саша, ну как же так можно? Как же так можно ошибаться, всего-то попросил написать свой ник на Ютубе? И оставить способ связи. Но даже в этом оказалось не все так сложно, не все так легко. О, Юра, видимо, не так давно появился на нашем канале. И он все равно подписался на канал, а значит, это и есть пятый победитель. В итоге Игорь Челюк, Иван Федоров, Антон Константинович, Евгений. Где-то да, вот Евгений и Юра Хайкин. Все, 5 ключей находят сегодня своих обладателей. Ну а вы, друзья, не огорчайтесь. Настанет праздник и на вашей улице. Пока-пока.